Добрый день, меня зовут Елисеев Алексей. Я являюсь руководителем детского фонда развития детского юношеского футбола «Лидер». О, интересно. В совхозе Ленина живет? Да, мы базируемся в совхозе Ленина. Сам я проживаю в совхозе Ленина. Дети мои ходят за мной в детство, детский садик, а старшая дочка ходит в школу 548. И вот, в принципе, для своих детей, для знакомых детей, да, я всех организовали вот такую секцию по футболу для ребят. Ну, это дошкольников? И дошкольники у нас занимаются в детских садах «Замок детства», и также в клубничке мы занимаемся в нашем детском саду. А для школьников на базе 538 школы на футбольном поле тоже проводим тренировки. Вы участвуете в соревнованиях, эти маленькие ребятки? Да, вот буквально мы вернулись вчера с достаточно большого крупного турнира Ленинского городского округа, где наша команда первый раз вот она принимала участие, и сразу же мы достигли достаточно хороших успехов в так достаточно плотной эмоциональной борьбе, заняли третье место из 13 команд по Ленинскому городскому округу. А возраст какой участников? Ребята 6 лет. В принципе, все играли 6 лет не старше. Слушайте, ну это так интересно, футбол оказывается популярен. Даже вот у таких. Да, дети, самое главное, это для них самая лучшая игра. Подвижная, веселая, мяч можно попинать, удовольствие получить и эмоциональное удовольствие от забитых голов, от побед. Это очень важно для ребят. Сколько наши ребята забили голов? Ой, у нас было 4 игры. Мы забили суммарно, наверное, 7 или 8 голов соперников. И сильно достаточно команду мы обыграли. И вот единственное, в полуфинале уступили. К сожалению, очень, да, но в упорной борьбе, проигрывая в первом тайме 2-0, наша команда собралась благодаря настрою тренера нашего Мурзакова Андрея Алексеевича, и буквально на последних минутах мы вырвали победу со счетом 3-2. Слушайте, как интересно. Скажите, сейчас лето, будет перерыв обычно в школьных, дошкольных программах? Если ребята останутся, я думаю, что мы сможем проводить на нашем футбольном поле 548 школы также для них тренировки, потому что у футболистов не бывает прямо такого. Даже если у нас нет игр в сезоне, мы все равно проводим тренировки, стараемся, чтобы держаться в тонусе, в форме, потому что наступит у нас новый сезон в сентябре-октябре, и мы должны быть в полной готовности. Какие планы у нас? Ой, это очень глобальные планы. Вот у нас был первый шажочек в этом турнире. В дальнейшем мы будем заявляться и на московские турниры, и очень плотно играть и развивать футбол в совхозе Ленина. Ну, дорогие наши односельчане, зрители, давайте будем болеть. Название у команд есть какие-то? Да, футбольный клуб «Лидер». Футбольный клуб «Лидер». Вот за наших малышей, кстати, вот эти кадры, которые вы видите, это как раз подтверждение радости, которая доставляет спорт и забитые голы.